6 утра. Квадроцикл готов. Погнали чай пить. Что, уже льдинкой покрылась? Вот не раз. Какая красота! Не нужен нам берег заморский. Не нужен нам пляж Турции. Друзья, такая тишина. Это ж сказка. Мы в тайге. Где-то там Умка на кого-то лает. И мы с другом идем на пляж рыбалки. Щучку половить, подышать свежим воздухом, вылечиться от всяких городских чахоточных заболеваний, эпидемий, которые на город нападают. Вот подышишь багульником, пыльцой, и сразу легче становится. Какая дымка. По бревнышку сейчас перейдем. Какая легкая дымка. Только ради этих минут можно проехать 120 километров, чтобы очутиться здесь рано утром и просто любоваться. Из-за там, по-моему, у нас самоловка натянулась. Приподними эту чуть-чуть, посмотрим. Натянулась, нет? Приподними капельку. Сейчас увидим. Есть смысл поднимать? Только не провались. Ага, подожди. Давай. Давай, подсекай. Опа. Ух ты. Давай я сюда родину. Вот. Что, ушла? Ушла. Тихо, Ума. Да, ну. Ну ничего страшного. Плохо взялась. Нормально. Помощь надо было. Помощь. Так я помощь, я снимал. Давай сейчас смотаем. Ничего страшного. Это ж кайф. Ты адреналин, ты щуку видел, видел. Адреналин поймал, поймал. Остальное ерунда. Друзья, пришли мы ко второй. Сразу за веревку перехватывай. Перехватывай, перехватывай. И натяжку держи. Держи натяжечку. Натяжку держи. Совок, совок возьми. Совок. Что там хоть? Ну, нормально такая. Душечка. Ну, тихо, спокойно взяли. Тихо, спокойно. Поставим сейчас заново. Так, первый взяли. Из двух одну. Одну посмеялись, упустили. Ну, она слабенько взяла. Или мы просто не подсекли. Ну такая жирненькая, темненькая. Хорошая душечка. Сейчас идем дальше. В общем, мы пока не выловим себе живцов. На спиннинге пока не идем. Уже шестерых маленьких живчиков поймали. Там, может, уже червя съели. Умочка, соответственно, рыбачит. О. Поклевывает. Тяни, толкай. Вот
подсекай. О, хорошенький. Он такой большой. Ну, хотя пойдет. Пойдет. Осень золотая. Наступает. Сороки кричат. Ох и брехуни. Ну это как у нас точно растянуто у нас всего 3 штуки. Блин. Здесь никого. Живчика давайте, молодой человек. Я давай эту. Она вроде как под низ уходит. Опа. Ничего себе кобылочка. Такая зачетненькая. Ну-ка, показывает его. Такая живец у нее даже там. Ты. Моя хорошенькая. Так, ну что, пускай это пока полежит. Сейчас это посмотрим. Есть вот такой. Али нет никого. Отлично, красота. Это вот она. Сегодня рыбалочка у нас. Утренняя. 6 утра. Ну, уже почти 7. Проверили самоловочки. Теперь можно покидать у меня спиннинг. Хорошо идет. О, только не задрыл. Окунь. О, какой окунь. Вот такой, друзья, у нас окунь на спиннинг. Ха-ха. Твердое место. Никакой удар. Был? Удар. Был у меня удар.
себе подберем. Что-нибудь. Так. Вот я тебе даю хорошую косодаку. Сам оденешь? Да. Так, тут у меня бывшая музыкалка. Может на синенькую попробовать? Давай-ка я вот эту косогаку одену. А? С собой большой арсенал. Так как всего лишь... Что? Две щуки. А? Умочка. Две щуки. Что ты смеешься? Что ты смеешься? Издеваешься над нами, да? Зацепился за что-то. Очередная тычка, наверное. Наверное. Все. Так, друзья, прибежали. Мы полностью ее всю, на всю длину. Вон у нас там щука долбит. Щука долбит. Сейчас я, дружище, поставлю камеру. Офигенно, чтобы было видно. Как мы ее с тобой не упустим. Не должны. Да, чтобы она хорошо держалась. Здесь. И маленький. И маленький. Давай, давай сюда. Давай, дружище. Все понял. Красота. Это да. Поздравляю! Не зря я сюда пришел. Трешечка! Трешечка! Давай, положи туда, распутывай. Что там у нас? Вот такая хорошая красавица.
Ну, друзья, мы скромненько приехали вчера. У нас целый день ушел на поездку. Вечером мы половили рыбку. Поймали 4 щук. Ну и сегодня с утра тоже прекрасный такой штиль. Вот. Ну, нам уже пора собираться домой. Мы приехали буквально на один вечер отдохнуть. Сегодня воскресенье. Завтра на работу. Нам еще 7 часов ехать домой, а то может быть и 8, кто его знает. Поэтому нам приятно, что мы здесь, а вам приятно, что мы показали, как мы опять выехали на очередную рыбалку. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте, что мы всегда выезжаем на интересные щуки половить. Ну и вообще просто ездим отдыхать. Щуки — это такое дело. Сегодня они есть, завтра она не клюет. В речке она, конечно, всегда есть, но там она спортивная, невкусная. Здесь мясо жирненькое, с красненькой прослоечкой. А пожаришь — она рыхлая. Красота! Красота! Так, сейчас мы жерлицы поднимаем и едем собираться. Набираем водички. Говорят, тут волшебная вода, да? Тут? Какая? Волшебная, да. Волшебная, да, тут? От этой воды жизнь человека становится лучше в организме. Смотри, как он, комарики летают. Класс по воде. Все отлично. Набрали, по крайней мере. Будет с чем ехать. Поехали, ребятки. Застоявшаяся вода. Красота. Ради таких мгновений хочется приезжать сюда, в тайгу. Красота. А мы продолжаем путь дальше. Многие из вас в Пятерочке покупают в баночках повидло брусничное. Но многие не знают, как она растет и как она добывается. Вот здесь вот она растет на опушках. Смотрите, сколько ее. Мы остановились пообедать. Припали, вот я немножко кустики пообъедал. Сейчас вот эту полянку я тоже всю съем. Это, друзья, самая вкусная ягода. Просто ешь и не наешься. Такой у нас перекур. Все собираем ягоду. Просто все кушаем. Едим. Вот я поляночку уже почти обсисел. Еще немножко осталось. Собаки. И без нас нашелся потеряшка. Наконец-таки. Спустя полмесяца нашли его в тайге. У нас небольшой перекур, собаки отдыхают, чай пьем, лес нашедшийся, квадрик тоже остывает, вентилятор, марш-бросок небольшой остался, два самых таких места, которые надо проехать, и поедем. Ты караеда сам не ешь, его надо жарить. Вот. Собираю баночку, я потом пожарю. И вечерком покушаем караеда. Время для отдыха.
умею. Давай! Оп, оп, оп. Давай, 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 давай. В прошлый раз мы здесь сидели. Ну просто надо было поиграться. Вот так вот, друзья, у нас. Мне только сказали место, и собаки покататься на квадрике. Ну теперь просто держитесь. Ты с той стороны и зад. Прекрасное возвращение домой. Всего семейства. Три собаки, лайки и три рыбака. Пять мужиков и женщина. Великолепное возвращение домой. Мы с собачками возвращаемся с тайги. Буквально еще минут 10-15 и мы приедем. С нами Абрек, Умка, Бес. Всем весело, да, скажи? Лучше плохо ехать, чем хорошо бежать 120 километров. Все довольны, Абрек? Абрек, доволен? Поехали. Все, мы поехали сидеть.